Эпичная битва в Майнкрафте! Бендер! Против! Лололошки! Погнали! Всем привет, меня зовут Бендер. Я школьник, свои 15 следую тренду. Помню, недавно брал студию в аренду. Обзор модов — это мой хлеб, брат. Я захвачу планету, я очень крут. Люблю своих подписчиков, тех малышей примилых, что во мне изъяны ищем. Так не обижаясь, вы засирайте дальше. Нормальные точно отличают правду от фальши. Как ни крути, я доминирую в своих роликах, ЗОЖ пропагандирую и ненавижу маленьких подобных мне обзорчиков модов. Они вызывают рвоту, фигачу выпуски в любую погоду. Я создал новую моду, нет меня лучше кого-то. И даже если обо мне забудут, да что там, Бендер останется тортом. Дорогие друзья, с вами Ололошка. Обзоры модов делаю, но я совсем не крошка. Мои текста взрывают, как удар мечом по криперу. В Майнкрафте в number one, у остальных отсюда вейперы. Приятный голос, классный монтаж, и что еще всем нужно сейчас, чтобы наводить ажиотаж? Мои слова как смысла багаж, скоро донесутся до вас. Просто подпишись, или ты против нас? Let's play, снапшоты, моды, буду популярней доты. Ведь всегда на ютубе буду школьники задроты. Это первый мой куплет, дай мне один ответ. Стоит ли пытаться, ведь уже ты перепет. Ты бы лучше рот свой прикрыл, пока я тебе не помог. В обзорах модов я твой отец, недоросток, сынок. Ажиотаж наводи у себя в классе на парте. Твой праздник 8 числа в марте. Приятный голос тут у меня, он уж лучше, чем твой бескля. Твое место в яслях. Что будет с твоими подписчиками, когда Ололошку забудут? Ничего, ведь есть я. Поджимает время, одно скажу, ты не удержишь на плечах такое бремя. Поверь мне, скоро забудут про Майнкрафт и про тебя забудут тоже. Кусок говна, и ты как две капли похожи. О боже, твои обзоры модов ничуть не лучше моих. Ну как же, ведь ты не любишь фэнов своих. А помнишь, как в скайпе тебя школьник записал? Помнишь, как ты всех своих фэнов засирал так активно? Брат, хватит жить так пассивно, в этом мире не пробьешься. Будучи агрессивным, следы, мотивы, все сведено воедино. Рискуешь ты снова вскоре стать мне противным, тупая скотина. И пусть сейчас у тебя подписчиков больше, мне похуй, обзоры делаю я дольше. Не Федов тебя пропиарил, но походу слабо, а я пробился сам, мне помощи не надо. Ты думаешь, ты взрослый, свои 15 лет, вымахал кабан, а девушки-то нет. Твой жаргон ужасен, ты что сидел на зоне? Своим-то лишним весом, ты явно во френд-зоне. Кто выиграл? Кто следующий? Решать тебе! Эпичная битва в Майнкрафте!